Ребят, будьте внимательны на дорогах, не совершайте наши ошибки. Все говорили. Чтобы таких не было ситуаций. Ну, друзья, вот мы и едем домой, в Москву. Спасибо Питеру, спасибо всем моим друзьям, которые нас встретили. Спасибо мамочке, которая накрыла шикарный стол, как на Новый год. Поэтому сейчас нас ждет вот такой вот маршрут, путь. Пытался быстрее попасть домой, чтобы лечь нормально нам спать. Не торопитесь ехать домой. Едьте домой спокойно, без лишней суеты. Итог таков, что мы теперь в полной жопе. Это будет хорошим уроком для всех. Быстро ездить нельзя, тем более в такую жаркую погоду. Думать в первую очередь о своем здоровье. Мы приехали домой, друзья. Нашли еле-еле парковку, где можно ставить машину. Это, конечно, жесть, но слава богу, что мы живы. Это для всех будет уроком. Машина – это транспорт повышенной опасности, тем более на трассе. Будьте внимательными и думайте о жизни своей и близких вам людей. Спасибо за то, что мы остались живы. Это самое главное. А Маришка со мной до сих пор так не разговаривает. Ну, по понятным абсолютно причинам. Слышь? Короче, ребзя, такого вы точно не видели. Где-то на трассе. Это заправка. Смотрите, иди сюда. Ты веришь, что это заправка? Смотри. Берешь? О, заправка в доме. Вот куда платить, пока не знаю.